Прошли те времена, когда можно было поиграть со своим питомцем в парке. Мэрия подписала постановление, запрещающее выгул собак на пляжах, в скверах и других общественных местах. После того, как мэрия подписала постановление, регламентирующее места для выгула и дрессировки собак, хозяевам придется корректировать маршруты и территории прогулок. Теперь четвероногим воспрещается гулять по паркам и скверам, детским и спортивным площадкам, пляжам, кладбищам и продовольственным рынкам. Также закрыт вход на территории школ, вузов, колледжей, поликлиник и больниц, культурных и спортивных учреждений, а также молодежных центров. Хозяина с собакой не допустят и на массовые мероприятия. За четким соблюдением этих правил будет следить региональное управление ветеринарии. О правилах и регламенте выгула сообщили в городской администрации. Площадка для выгула собак может располагаться на территории общего пользования, свободной от зеленых насаждений, в технической зоне линии метрополитена и общегородских магистралей первого класса, а также под линией электропередач с напряжением не более 110 кВт и за пределами санитарной зоны источников водоснабжения. От границы площадки для выгула до окон жилых домов и общественных зданий должно быть не меньше 25 метров, а до детских учреждений и зон отдыха как минимум 40. Решение об устройстве места для выгула собак будут принимать жильцы многоквартирного дома на общем собрании собственников. После этого будет заключаться договор с управляющей компанией на содержание и уборку территории. Но стоит отметить, что владельцы новосибирских баров и ресторанов охотно идут навстречу клиентам с животными. Кроме знаменитого «Пёса-кафе» в городе открыто около 40 заведений формата «Dog Friendly».